Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл. Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джордж Рекхэм! Я Джордж, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джордж Рекхэм. Конечно, я Рекхэм, как раз к вам. Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм, сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Бристоль полностью соответствовал слухам. Летать на нем было одно удовольствие. Стоял отличный солнечный день, и все было бы идеально, будь я один. Эй, сзади! Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение. Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет. Следуй по заданному маршруту. Ну что, тебе решать. Похоже. Теперь почувствуем штурвал. Будь у него на хвосте! Так, держи дистанцию! Держись, Блипсон! Легче легкого! Посмотрим, как она в перестрелке! Пулеметы на предохранителе, а то мало ли что тебе взбредет! Начинаешь понимать меня? Так мило! Бристоль управляется, как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Мне весело! А тебе весело, Блипсон? Я Уилсон! Ты не зевай, вперед смотри! Хорошо летаешь! Хотя и не совсем по правилам! Ну и забудь ты о правилах! Жизнь богаче правил! Куда он направляется? Оставь его! Видишь шары для стрельбы? Проверь пулеметы! Огонь по готовности! Это я могу! Ого! Ничего себе аэроплан! Там еще шары! Заходи и атакуй! Понял! Видишь цели на земле? Да, вижу! Старайся обстреливать ракетами! Учись поражать наземные цели!
Слушай, а можно вопрос? Конечно. Почему Джордж Рекхэм, сын 4-го графа Виндзорского, говорит как американец? Я легко перенимаю акценты. Когда побьем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать! Проклятие! Это, черт возьми, опасно! Я думал, они хоть повоюют. А по мне так очень даже. Убавить бы! Еще один! Ты считаешь, Уилсон? Лишь бы на землю быстрее вернуться! Похоже, всего один остался! Не нравится мне это! И не говори! Не лети по прямой! Они сзади зайти пытаются! Это мотор был? На полной скорости отвалиться что-то могло! Почини, что можешь, спереди! Опять фрицы! Вижу их! Сейчас пойдет потеха! Конечно, я свое дело знаю. Куда это он направляется? Туда. И мы за ним. Мы случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта. А фотографии Уилсона должны были помочь штабу начать полномасштабную атаку. Оставалась лишь одна проблема. Я даже не знаю. Да брось! Мы большое дело сделали, нам за это медали дадут. Нас и быть там не должно было. Когда командир увидит фотографии, он об этом и не вспомнит. Мы большое дело сделали. И еще раз сможем. Давай договоримся. Если пойдем на это вместе, ты должен мне пообещать, что вытащишь меня оттуда живым. Конечно. Поклянись. Дай мне слово. Хорошо, обещаю. Стой тут. И давай без глупостей. Заходите. Мне этот парень нравился, но уж очень он был наивным. Сэр, это должно вас заинтересовать. Святые угодники. Да ваш напарник пилот каких мало. Очень скоро мы опять были в воздухе.
Нашей задачей было расчистить путь бомбардировщикам, чтобы они могли разнести эту крепость на куски. Сначала надо было сбить аэростат из ограждения. Господи, ты представь, дозорным на аэростате быть. Не повезло Фрицу. Потом нам надо было расправиться с зенитными броневиками. Когда мы прибыли туда, штурм уже шел полным ходом. Нам надо было расправиться с обороной, а затем сопроводить бомбардировщики к цели, когда они прибудут. Задача трудная, но победа в этой операции, как говорили, могла изменить ход всей проклятой войны. Не стоит и говорить, что Уилсон был не очень рад. Сбивай аэростаты! Расчищай путь бомбардировщикам! Это легко! Прикрой меня! Вверх! Спокойно, не увлекайся! Истребители!
Птичке пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, полумиля от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. Должен сказать, мне много раз приходилось уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Уйдя от немцев, я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к Британскому фронту. Тихо, как уличный путь. Между мной и Британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. И еще половина Берлина, не меньше. Мне повезло. Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны были. Немецких пулеметов позади побуждало меня не высовываться. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков.
Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное уцелело при крушении? Уилсон, мы на нейтральной территории, надо уходить. Срочно! Не могу подняться! Черт! Эй! Прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише! А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал! Слово, черт возьми! Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза! Ну что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ты ведь не Джордж Рэхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а? Думаешь, я совсем простак? Ладно, давай отсюда убираться. Парень терял много крови. Это все ты виноват. Чтоб тебя. Смотри. Идут к нашим позициям. Немцы известны тем, что не любят сдаваться. Они делали все, что могли, чтобы поймать. Не попадайся на свет. Пулеметчики натасканы. Все подряд. Наши парни подумают, мы немцы. Мы почти дома. Мы дошли. Мы дошли. Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. И это меня просто невообразимо бесит. Он его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Именно так, Блэкберн. Собрался на ферму? Я хочу выступить в твою защиту на трибунале. Может, будет толк. Вряд ли, но... Спасибо. Уилсон, со мной! Мне нужен стрелок! Сюда! Я все сделаю! Рэкхэм, я хочу помочь! Ты не заслужил право летать! Уилсон! Если я умру, то умру в небе! Ну давай, за дело. Точно не хочешь передохнуть? Абсолютно!
цель, бомбардировщики! Сосредоточься на них! Умру прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Ты как? Нормально. Надо подбить зенитку. Давай! Я прикрываю! Так, надо подниматься. Вниз, не смотри, хорошо? Хорошо. Надо подбить зенитку. Безумие. Такие пушки наших парней в лоскуты рвут. Мне плохо видно. Прямо по курсу. Осторожно. Они по нам отовсюду бьют. Не отставай, я его вижу. Вот он.
Останься на этом чертовом шаре, меня услышишь. История. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Верно?